dvhub.ru. Сегодня собираем совещание по организации крещения. Поэтому мы предварительно смотрели площадку, где проходило в прошлом году, в позапрошлом году крещение. В принципе, сейчас идет обследование состояния воды, льда, подходов и так далее. Мы сегодня еще обсудим это с представителями церкви русской православной. Опять же, организационно определим, что у нас будет, как будет все организовано, и начнем уже подготовку к крещению. dvhub.ru